Ну. Вот тут вот уже начинается. Да, мой мозг будет вечно у тебя. Да, Тут тоже самое, тут тоже и эта церковь соединяется. И соединяется еще газовое хозяйство, там тоже есть такой же подвал, и туда тоже. Хейчем мерже латтейка репашка, пынла контора репаза, гримальча, пынла бисерика ли рада интиш, возный сурц, кто винит, только был коммунист. Это сейчас оно стало? Оно сейчас, вот помните, мы показывали с Николаем, что текло, капало. Вот после этого она стала немножечко, видите, а оно так вообще было. Было твердое, камень твердый. А это кладка была здесь или вы сами? Нет, это была кладка. Вот, а вот здесь был. Вот это ход был и вот здесь заложили. Это уже эти камни. Красные. То есть это красный город. Красный мы покрасили здесь сами, да? Красный это вы покрасили? Да, да. И везде. Да, да. Вот сюда и сын городич. Тут был и бар, тут был и диско-бар. Эти отверстия вы делали? Вот эти отверстия вы делали наверху в потолке? Вот эти? Да, да. Это были? Они были, да. Они это были. Старинные? Да, это старинные. Они были. Они были. Подвал. Это третий пендрум.
Фортичей, он не амуратор, положил. А вот здесь? А, здесь он кирпич. Супрум. А здесь, ну я не знаю, в каком месте, здесь соединение с этой церковью. А еще он дива есть, было лучше. Здесь был раньше туннель был или да, просто? Да, тоже был вот так вот. А, вы заделали? Да. Ага, все понятно. Оно так и осталось там. Да. Интересно. Да. Что интересно, никогда к батюшкам, церковь спросили, нет, никогда не было, ходов, ничего. А мне папа лично.